заварушки, непослушки. За животики, держалки, обсуждалки и игралки. С нами праздник каждый день. Передачи «День пельмень». Всем привет! Вы смотрите самую веселую передачу «День пельмень». Каждый день мы с ребятами отмечаем яркие и необычные праздники. И сегодня у нас день селфи! Ура! Ребята, а вы знаете, что такое селфи? Селфи – это когда фотография своего любимого лица. Это когда фоткаешься с разбитой посудой и... На самом деле, селфи – это такая разновидность съемки, когда человек фотографирует сам себя. Получается, что это автопортрет. А вы знаете, как правильно делать селфи? Ну, когда ты перевел камеру в другую сторону, нажимаешь на кнопку фото и фоткаешься. А с какого ракурса лучше делать селфи? Ну, с высоты. Надо красиво улыбаться. А какое выражение лица подходит для селфи? Для меня лично крутое. А какое это крутое? Покажи. Ну, типа так. А мое личное вот так. А еще веселые селфи можно делать с помощью различных масок в приложениях вашего смартфона. Вот, например. Олень. Я хочу олень. Это не олень. О, это котик. А вот это кто у нас? Ребята, как вы думаете, а селфи это вредное занятие или полезное? Мне кажется, что оно полезное. Вот позитив начинается, хорошее настроение. Я думаю, селфи вредное. А почему оно вредное? Мама не разрешает сидеть так долго в телефоне и фоткаться. Кричит и говорит, что зрение испортится, да? Можно запоминать хорошие моменты с помощью селфи и потом их пересматривать. Психологи утверждают, что человек действительно заряжается позитивным настроением, когда фотографирует самого себя. А когда пересматривает забавные фотографии, то у него повышается самооценка. Ребята, а где бы вы хотели сделать свое самое-самое необычное селфи? Я бы самое необычное селфи сделал в вулкане. По-моему, это очень опасно. Для меня это не очень. Самое милое селфи я бы сделала здесь, потому что эта улитка, можно вот так, как бы ты сядешь и прокатишься на ней. Здорово. Я бы хотела сфоткаться на Эйфелевой башне. Такая фотография набрала бы точно много лайков. А рядом с разъяренным львом. Но это же очень опасно. Лев может тебя просто съесть. А я буду на нем. А вот так он тебя не скушает? Да. Будь осторожен, все равно это он опасно. Он тебя подкинет и сразу в рот. А я буду за его гриву держаться. Мне кажется, это только в сказках бывает. Ребята, а сейчас я предлагаю вам поиграть в веселую игру. Кто за минуту в этой комнате сделает больше снимков, веселых снимков, тот получит приз лично от меня. Ну что, готовы? Поехали! Вау, какие смешные фотографии. Давай посмотрим твои. Ну что, Сонь, раз у тебя самые забавные снимки, тебе достается приз. Вот эта палка. Как вы думаете, что это такое? Наверное, она нужна, чтобы бить хулиганов по голове. Она, чтоб фоткать. Кого фоткать? Себя фоткать. Верно. А в чем польза этой самой палки? Чтоб не было сложно там позицию руки делать. Какие вы все догадливые. На самом деле монопод нужен, чтобы сделать фотографию с более далекого расстояния, чтобы всех было видно. Давайте попробуем. Давайте. Давайте. Ребята, фотографируйте себя. Берите свою компанию, друзей, родителей, бабушек, котят, знакомых. Копите воспоминания, живите ярко. А с вами была передача «День пельмень». Пока!